Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Надо начинать с чего-то уже самой снимать. А то там нахваталось у детей всяких видео. Это моя клубника. Сегодня у нас 5 сентября. Уже пора в нашем регионе клубнику рассаживать. Этой клубнике у меня вот третий год. Загустилась. Но в этом году хороший урожай собрали. Вот 5 грядок всего. Там я уже чуть подальше. Вот там подальше. Тоже уже весной. Но мне не понравилось весной рассаживать. У нас же засуха. Нужно все время поливать. Сильно большой уход. А вот то, что это я 27 августа рассадила. 50 корешков. Сейчас вот еще накопала. И буду. Здесь была картошка у меня. И все это я буду засаживать клубникой. Сколько силы хватит. Ну, планирую вот до травы. Там еще картошка недокопанная. Буду рассказывать, что я делаю на своем огороде. Огород я свой люблю. Что есть, то и есть. Как есть, так и есть. Я сибирячка, пока привыкла к Кавказу, к этой земле. Как поливать, как рассаживать. Боже, сколько ошибок. Вон моя соседка идет, Марина. Привет. Вот мы с ней вместе клубнику рассаживаем. Ну, на маленечко прервусь. Сейчас будем копать. Да, ну давай, давай. Ну, этой лопатой. Так, что вот такие планы у нас на ближайшее будущее. Рассадить клубнику. Ой, дел, конечно, мусор кругом, мусор это. Вот это мы не сжигаем подсолнухи, это пойдет баню топить. Это вам не Сибирь, тут дров нет. Тут каждая веточка идет, каждая палочка идет, складывается и топится баня. Что еще рассказать? Ну, в принципе, вот кизил. В этом году здесь почему-то его не очень. Вот на этом дереве. Он, видимо, может уже, да? Еще не сильно старый. Вот, вот кизил. Мы его не собираем. Он нам как-то... Я его не понимаю, во-первых. Во-вторых, в нем одни косточки. Но говорят, он очень-очень сильно полезный. Ну, есть у нас варенье из кизила. Компот мой муж любит, я делаю компот из него. Ну, так, чтоб прям сильно-сильно пили, мы с ума сходили, мы такого нет. Еще, ой, я извиняюсь, ой, падает все. Блогер с меня еще тот. Это у нас такой вот высокий, это растет топинамбур. Земляная груша. Кроликом идет. Ну, растет и растет, пока ничего. Вот сейчас уже, может, муж будет ломать, да кроликам давать. Это вот слива, она уже отошла. Уже нету сливы. Чернослив еще есть. Но это потом, попозже покажу. Сейчас у нас вот этот вот ручей. Он бежит через все огороды, через всех соседей. Вот этот вот ручей, вот он туда и в копань. То есть ручей бежит в соседний огород. А мы взяли, раскопали круглое там такое. Туда вода набежала, получился типа бассейна. И его здесь называют копань. Потому что копанный он. Что тут еще? Везде не очень красиво, везде уже все засыхает. Сентябрь, дай бог. Помидоры, вот где дуги-то помидоры, тоже уже все засыхают. Что остается? Только красивые бархатцы более-менее. На той стороне виноград. Сейчас. Эх, сухой. Ну, ручей. Сейчас начнутся дожди. Вот что у меня хорошее в этом году. Это вот такой перец. Насажала его. Зачем? Куда?
насыпала в горшочек, а они как выросли, я их все их посадила. А что самое интересное, вот этот перец, это горький перец, даже жгучий перец, это не то, что горький, а жгучий. Это вот ряд баклажан. Сейчас я отойду. Солнце. Ничего монтировать я не буду, как есть, так и буду снимать. О, это вот тоже перец горький. И вот эти баклажаны. Вот эта вся красота. Я ее высадила рано, в апреле. Закрывала спанбондом. И в один прекрасный момент у нас ударили морозы. И все вымерзло. Остались одни корешки. И я их продолжала укрывать, поливать. И вот выросло что. Уже баклажаны не знаю, куда девать. Вон какие. И растут, и растут, и растут. И перец тоже. И болгарский. Вот он, болгарский перец. А горький перец продавать, наверное, придется. Или раздавать. Ужас сколько, особенно этот мелкий. Он такой горький, он такой жгучий. Это просто какой-то кошмар. На что у меня муж любит жгучее, но он не выдерживает. Это тоже у нас тут кизил большой. Так, что тут? Это игрушки висят. Вон какие. Какая-то молоденькая игрушка муж посадил. Так, это у нас виноградник. Это мы с мужем разбивали 3 года назад. Но машина сломана, никак не можем привезти. Нам надо эти стойки железные. Все это надо подвязывать. Все это на проволочку. Цветы уже все засыхают. Уже некрасиво на огороде. Вот такой. Здесь было. Ну и есть, наверное. Может, чуть-чуть вымерзла лоза. Но мы подсаживаем. 135 кустов. В прошлом году собрали ведер 5, наверное. В этом году будет много. Вино сделали. Вкусное получилось. В этом году нет никакого урожая. Вот яблоня, и она пустая. Ничего на ней не было. Штучек 5, наверное. Штучек 5 яблочек всего было. Вот и вот отсюда, вот край нашего огорода. Вот там сено, это уже не наша земля. Ну, там никого нет дальше, там дальше речка. И мы там покос был у нас. А теперь мы там распахали, кабачки, тыквы посадили. И вот до этих крыш, вот это наша земля. 37 соток официально, все. И вот тут мы и... А если дальше пройти, это прошлогодняя сена. Ой, это должны были быть тыквы. Вот они все заросли амброзией. Никогда не было на этом поле амброзии. Как только вспахали, я 2 раза тяпкой полола, потом руками, и все равно ужас, что эта амброзия творит. Это мы тут солому запасли для своей коровки. А это сено вот такими тюками. Здесь делают сено и продают. Ой. Один тюк 600 рублей. Вот мы 9 тюков. О, моя девушка Зоря. Зоря, иди сюда. Иди, красавица. Иди. Да, что? Иди сюда. Я тебя снимаю. Ты у меня будешь знаменитая девушка. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Скоро доится. Вот ее Зоря зовут. И номер у нее на ухе. 1478. Да, Зоря? Да? Что? Иди сюда. Иди. Иди ко мне. Что такое? Что за такой зверь, скажи? Что эта хозяйка держит в руках? Это вот соседи нам разрешили на их территорию зайти. Все, кругом все засуха, нечего корове есть. Вот уже чуть-чуть начала и сено заготовленное есть. О, идет. Скоро приду, приду, скоро приду. О, у тебя воды нет, воды надо принести.
Вот так я тут и живу на Кавказе. Красота. Красота. Мне нравится. Светло, тепло и, главное, комаров нет и мошки. Боже мой, в Сибири. Сколько всего. В этом году вот мы распахали целина. И мы картошку. Здесь три рядка было. Картошечка чистенькая, сухая. Ни медведка не поела, ни проволочник. Вот что значит целина. Вот теперь мы решили на огороде буду клубнику разводить. А здесь вот картошечки, сотки 2-3 сажать. Ну, ладненько, на этом все пока. Пойду к соседке смотреть, что там. Будем клубнику с ней рассаживать.